Всем привет, всем доброе утро. У нас сегодня 15 сентября. На улице хорошо. Вот утром у нас сейчас 7 часов 15 минут. Хорошо, свежо, приятно на улице находиться. Нет вот этой духотищи, что не продохнешь. У нас соседи там, по-моему, этот делают, лифт. Вон, видите, вот эта штучка? Это лифты, да, по-моему, они сделали? Нет. Ну, вон. Вон, вот этот дом, видишь? Да. Они как сделали еще один подъезд. Это для лифта. У них тоже высокий дом, по-моему, 4 этажа. Сделали лифт. Молодцы. Да не, я уже сразу готовлю обед. Вчера вечером еще начинила кабачки. И сейчас вот поставила, варю, чтобы мальчикам было... что покушать, потому что я сегодня буду целый день работать. С 10 часов я иду на работу и не знаю, когда приду, наверное, около 6-7. Там что-то горит, дым. Дым вон. Ну ладно, мы будем собираться делать тормозки в школу и выезжать. Везла мальчика в школу, и я сегодня целый день работаю, понапихала всех и вся, куда только я могу. Я завтра хотела сделать, завтра у нас суббота, хотела сделать выходной, но там одна попросилась, ее записала, сейчас еще одна написала, я не знаю, еще ее не ответила, возьму ее, не возьму ее, пацаны хотят ехать на море. Воскресенье я тоже целый день работаю. В воскресенье у меня муж не работает, потому что еврейские праздники и Новый год, Рош ха-Шана, и он в воскресенье дома. Вот. Но я уже думаю, если я сегодня работаю, завтра я работаю, послезавтра я работаю, то хотя бы, чтобы у меня суббота была более-менее такая, знаете, пустая, чтобы можно было полы дома помыть. Не, ну они хотят на море. Ну, мы поедем на море, я, в принципе... Если у меня не будет работы, то мы и на море поедем, я полы смогу помыть. Всем доброе утро, всем привет. Точнее, уже добрый день. У нас время 12:30. Жужик работает. Да, Жужик, ты работаешь? Я была на работе, хотя я сегодня типа себе сделала выходной типа. Вчера понабирала себе очень много клиентов. И 8 клиентов у меня было, это было убийственно. И последнюю клиентку, представляете, у меня такое первый раз в жизни, я не смогла продолжить ей делать ногти. То есть мне стало настолько плохо в какой-то момент, закружилась сильно голова. Не то, что закружилась голова, я не знаю, как будто, знаете, но от боли в... От боли уже в руках, в голове уже, голова начала болеть, спина очень сильно болела, плечи, вот именно там, где шея, очень сильно начала болеть. И знаете, вот как, ну да, такое вот уже как головокружение, то есть я наклоняю только немножечко голову, хочу продолжать ей делать ногти, я не могу. И клиентка надо мной сжалилась и говорит, давай я завтра приеду лучше утречком, ты мне доделаешь все быстро. Такая клиентка, почему я ее приняла? Потому что она приезжает с Иерусалима к родителям, к своим, то есть она не постоянно здесь. Она приехала, вот последний раз она у меня была 3 месяца назад, представляете? И при этом, при всем, ногти еще были на месте. 2 у нее там только поломалось, но мы ничего не донаращивали, просто все укоротили. Вот, и начали просто лагель делать, то есть база, райбер, все такое, как бы обычная процедура. Вот, и как бы, ну, у меня уже плохое состояние было, так что она приехала сегодня утром в 8:30, я ей доделала, докрасила ногти, и она поехала домой. Вот, и там у меня еще одна тоже клиентка, еврейка, которая приезжает ко мне тоже раз в 1.5 месяца, в 2 месяца, тоже далеко очень живет, приезжает к родителям. На выходные здесь они рядом с нашим городом живут. Вот, и тоже попросила, я ее приняла уже, и все. И вот теперь я дома, набрала себе воду. Сейчас пойду, скачала себе программу Пилатес. Мне очень, я вчера, кстати, вечером, когда пришла домой, с очень сильной болью, усталостью, болью везде, сделала 8 минут вот этот Пилатес. Такой, знаете, он именно как
расслабляет мышцы, такая растяжечка, очень классная, и мне стало намного легче. Вот, поэтому тоже сейчас буду заниматься пилатесом, там 12 упражнений, 8 минут, так что пошла. Все-таки недаром я купила коврик, буду заниматься. Прошло время, да, как вот приперло меня. Вот действительно, вчера очень стало плохо. Так что буду заниматься теперь. Итак, время 15:02, то бишь 3 часа и 2 минуты, то бишь 2 минуты 4, и мы едем на море.